Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами среда, последний день тепла. Всех приветствую! Сегодня у нас тепло, 18-19 градусов тепла, а потом начинаются опять небольшие дожди. Но у нас сейчас, как всегда, с переменным погода, с переменной облачностью. То дождик, то солнце, то опять солнце, то дождик. В общем, как бывает в июне месяце. Но главное, не идет морось, которая у нас бывает в июне месяце, неделями. Так что мы с вами выехали. Как всегда, заедем, заберем документы и прокатимся по городу Владивостоку. У нас здесь пробки, потому что ремонтируют путепровод в правую сторону. Потом будут ремонтировать левую. Так, добрались мы до кольца военного шоссе. Блин, мне на деревенскую надо. На деревенскую тут что-то совсем плохо. Ладно, мы тогда проедем по-другому. По-другому. А мы сделаем по-другому. Я вот здесь в арку заеду. В арочку. Опа. И будем на деревенской. Опа. Вот так, вот так, вот так. Раньше мы здесь работали, здесь такие были убитые дороги, было просто ужас ездить. Сейчас смотрю, подзакатали, сделали, просто шикарно, просто шикарно. Все, друзья, выехали с вами. Сейчас съездим на Калинина, потом съездим с вами, куда мы с вами съездим, ну, на третью строительную, как обычно, на Луговую, и мне нужно сегодня съездить на улицу Шишкина, на седанку. У нас там небольшой инцидент произошел, потерялась коробка с мылом. Отгрузили вроде 50 мест, приняли 49. Сейчас возмущаются, где же ящик потерялся. И надо приехать, посмотреть там видео. Говорят, что есть видео, что выгружали не 50 ящиков, а 49. Ну, где-то кто-то что-то ошибся. На складе 50, у меня в кабине, в кузове было 50. Они приняли 50, выписали нам ТТН-ку на 50 мест, привезли 49. Будем разбираться, съезжу, посмотрю, куда этот ящик пропал. Вот такие вот у нас сегодня небольшие мероприятия такие по исчезновению ящика с мылом. Конечно, можно было послать всех далеко и надолго, сказать: друзья, выписана ТТН-ка, есть документы, что 50 ящиков, ищите сами. Но они вот мотивируют тем, что ошибся приемщик, есть видео, что 49 было мест. Ладно, будем разбираться. И что у нас здесь, благоустраивают? Да, благоустраивают. Цветочки садят. Котики, все отлично. Оп. Луговая. Тоже дорожка стала очень здесь плохая. Заехали на спортивную,
вот на Калинина повернули. Быстренько я здесь отгрузился, друзья. Быстренько. Так. Быстренько. Все, выезжаем. Обратно. Вот так я, друзья, проеду. Борисенко немножко сократим дорогу. Оп-оп-оп-оп. Здесь у нас 40 лет Волка и сам улица. Так. Ладно, давайте проедем вдоль. Тут можно было спуститься на Борисенко. А я хочу немножко круг сделать, ничего страшного. Тут же прудик есть. Прудик. И даже его облагораживали, запускали там рыбку. Там много чего делали. Это у нас улица Сафонова, друзья. Сафонка. Тоже ездил сюда частенько. А, вот, друзья, делают его. Реконструкцию делают. Видите, пруд. Пляжик, паспорт объекта. Тут вообще просто грандиозно делают. Молодцы. Молодцы. Блин, ну тут культур-мультур будет вообще. Тут будет красиво, друзья, красиво. Пешеходные дорожки, беговые, наверное, дорожки. Ой-ой-ой. Там всегда раньше сидели рыбаки, рыбачили. Рыбаки. Конечная остановка здесь на Сафоново. Все, спускаемся. Так, все, мы спускаемся здесь, спускаемся. Да, сопка здесь большая. Большая. А мы с вами вот сюда ездим. Изредка мы ездим. Заезжаем, скажем так, в магазин. Это ресторан здесь, Небесный замок. Он годика 3 назад горел. Его быстренько восстановили, отремонтировали. Вообще, молодцы. Ну вот мы здесь на Борисенко спустились. Опа, спустились. Едем на Луговую по Борисенко в обратном направлении. Сегодня тоже тепло. Вчера было тоже тепло. Был вечером небольшой дождик. Сегодня я вот даже не смотрел еще температуру. 18 градусов. 18. Будет, не будет дождик сегодня. Сейчас глянем. Да вроде нету. Только завтра. Завтра, послезавтра, послепослезавтра и послезавтра. Да, я немножко тоже удивлен, друзья, что у нас уже в июне месяце люди уже купаются, вода нагрелась до 14 градусов. Так что кто не боится прохладной воды, может спокойно купаться. Вообще, а то у нас в это время года, в июне, ой-ой-ой, погодка прохладная. Добрались до Школьной. И в
вот мы на спортивной Луговая. Сейчас мы здесь отдадим пакетик, потом на столетие заедем, и потом мы с вами съездим на седанку разбираться с ящиком. Куда пропал ящик мыла? Ну, японский городовой, ну что ты будешь делать? Пропало мыло. Беда. Беда бедовая. Никто не хочет на себя брать ответственность. Где это мыло? Посылает, как всегда, Игоря Николаевича. Разберись. Ну что разбираться? У меня Татенко есть. Там написано 50 мест. Ну что я сделаю? Ой-ой-ой. Ладно, разберемся как-нибудь. Посмотрим хоть видео. А то говорят, приезжайте, посмотрите видео. Я подъехал. Только начал брать документы. Звонить менеджеру. Слышу, что-то какой-то бам-бам-бам. Думаю, что случилось такое? Думаю, у меня что тут отлетело? А тут небольшая авария, друзья. Да. Виц немного тут с грузовичком. Бывает. Ничего страшного. Разберутся. Разберутся, пацаны. Да. Немножко они тут. Опа. Я только не пойму, там грузовик его зацепил или он сам там ему в задницу въехал. Непонятно. Ничего, разберутся. Все, поехали. Да, ничего там страшного такого нету. Опа, все. Все, поехали от Седова. Так, друзья, мы с вами в районе Бама, я здесь отгрузился. Не стал уже там по дороге вам показывать. У нас очень-очень большие пробки. Ну, из-за того, что центральную дорогу ремонтируют, из-за этого. Опа. Ну, я все сделал. 13.42, но осталась одна вот работка на седанку на съездить. Решить проблему, найти ящик. В общем, как-нибудь найти ящик мыла. Куда он подевался? Ну, съездим, посмотрим. Я думаю, сейчас сразу заправлюсь. То у меня что-то с бензином маловато. Чтоб мне потом там не раздумывать. Хватит, не хватит. Сейчас заправимся через снеговую пать, наверное, и... Я так думаю, через снеговую пать мы с вами проедем на улицу Шишкина. И на улице Шишкина мы должны с вами все решить. Главное, чтобы там на Шишкина все было нормально. Шишками не забросали, не закидали. Шишкина. Так, сколько у нас тут солярка? 65,45. На 1 рубль 5 копеек подорожало. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. 92-й 51-40, 95-й 52-40, 100-й 66-05. Понял, принял. Ну, заправиться нужно. Итак, мы сейчас через снеговую пать с вами проедем. На объездную. Итак, нам тут надо пересечь светофор. Вот так. Вот так. Опа. Как-то пересечь светофор. Ну и вот 5 минут от снеговой пади до развязки. Сейчас нам нужно на Маковского повернуть. Немножечко правее. Это все произошло в тот день, когда у меня патрубок, друзья, протерся. Все в один и тот же день.
такой неудачный день был, 2 июня. Куда-то делся ящик с мылом. Куда ты, Игорь, дел ящик мыла? Сейчас посмотрим, сейчас узнаем. Куда он делся? Ну все, друзья, я тут посмотрел видео. В общем, все отлично с нашей стороны. Было 50 коробок. Они 4 раза смотрели, но не заметили только одного. Там 3 такие маленькие коробки, они их посчитали по 2. А я им говорю, это 3 коробки, а не 2. Они говорят, вон что. Я говорю, вот так что вы разбираетесь со своими там людьми, куда вы там засылали, посылали. Где-то кто-то стырил. Опа. Где-то кто-то стырил. Ну, бывает такое, что теперь? Главное, с нашей стороны все отлично. Конечно, они говорят, ты, говорит, знаешь, говорит, товар полностью. Как коробки выглядят? А мы-то видим, смотрим, как будто 2. А там 3, я говорю, ребят, смотрите, это 3 коробки. Ну все, опять началось это. 2, 3. Нормально разобрались, главное. А то бы я все равно думаю, что... Всех бы собак на меня бы пустили, сказали. Мы тебе загружали 50. 50. Ты выгружал 50. 50. А куда делось? Вот и плати. Да нет, все. Все замечательно. Погодка замечательная. Работу сделали замечательно. Друзья, я вам тут кое-что вчера записывал. Но у меня так бывает. В кинематографе так бывает. Что-то пошло не так. В общем, бам-бам-бам-бам-бам-бам. И у меня там осталось маленький такой ролик. Я вчера занимался склеиванием бампера. Он у меня там немножко потрескался. И двери. Я вам сейчас покажу. Пока еду в город, я вам покажу. Небольшой кусочек такой. Потом приедем и дальше поговорим. Хорошо? Хорошо. Едем. Едем, смотрим, друзья. Едем, смотрим. Приехал, друзья, пока тепло, хочу заняться бампер сделать, а то он что-то совсем у меня еще дальше пошел. Зашел к ребятам, короче, взял паяльник, и они мне дали вот такую сетку, говорит, вырежешь, говорит, ты прямо туда впаяешь, говорит, и все, оно будет держаться. Блин, ништяк. Сейчас я здесь сделаю бампер. И здесь сделаю. Ну, чтобы совсем не развалилось. Правильно? Правильно. Все, буду заниматься. Сейчас надо найти еще удлинитель. Удлинитель найдем сейчас. Ну вот, одну сторону, друзья, я здесь доделал. Пытался я, короче, сделать так же сеточкой. А здесь, оказывается, у крыла другой состав. Пластмасса. И он не держится вообще, не держит. Вообще никак. Только дырочек надел. Ладно, это зашлифуем, закрасим, страху нету. Здесь нормально, бампер вообще отлично. А здесь я, короче, решил просто... хомутиком вот так вот заделать, и все вроде делается. Это все, смотрите, вот. Шляпа, видите, все это ерунда. А вот с этой стороны, с водительской, у меня здесь получилось более-менее нормально. Мы посмотрим, отлетит, значит, что-нибудь другое придумаем, будем думать что-нибудь другое, все равно хотя бы временно. И то она тоже туда отлетает. Отлетает, друзья, отлетает. Шляпа эта. Наверное, отлетит это все. Тут я просто немножко удлинил, чтобы она там, мало ли что. Тут что-то надо другое придумать. Шляпа это все. Что рисуют, говорят, что вот это можно. Стяжки эти. Может, у меня стяжки эти. Может, они какие-то другие. Может, черным попробовать. Но белая вообще трескается. Просто отлетело и все. Сейчас я опять обезжирю, опять попробую. Калошей. Может, из-за этого. Сейчас еще. Попытка не пытка, правильно? Правильно. Сейчас попробую черным еще сделать. А белый отлетает. Ну ладно, здесь держится, не будем говорить. А я здесь попробовал. Бам, она у меня отлетела. Сейчас черным еще припаяю, попробую. Не, так же, друзья, плавится и все, и не пристает к этому. Надо чем-то другим.
Значит, придумать другое, что-нибудь другое. Бампер, конечно, шикарно. Раз и все. И уже дальше никуда не пойдет. Потом я что-нибудь тоже его сделаю, что-нибудь, чтобы так видно сильно не было. А стяжки — это все шлепендроз. Надо что-то придумать. Только, наверное, друзья, знаете что? Я так подумал. Наверное, и бокситкой. И бокситку размазать. Двухкомпонентную взять, разбавить и замазать, и тогда будет нормально. Потом зашлифовать и покрасить. Вот это будет зашибись. Это мучиться. Смысла нет. И здесь тоже я бокситкой пройдусь, зашлифую и потом покрашу. И будет нормально. А это все ерунда. Ладно, пусть пока держится. Хрен они. Все, на этом мы это заканчиваем. Шляпу. Ерунда это все. Но зато бампер хоть сделал. Ждем дождик. Сказали, что в 4-5 часу пойдет дождь. Смотрю, какие-то тучки есть. Ну, посмотрим. Вот такие дела. Друзья, как всегда, всех благодарю, что смотрите, что оставляете комментарии. Очень вам благодарен. Спасибо. В Владивостоке завтра облачно, морось, вечером переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный, температура 15-17 градусов. Приморье местами небольшие дожди, завтра в разных районах от 12 до 30 градусов. Находке плюс 20, в Уссурийске 21, Партизанске 22, в Арсеньеве 27, а в Славянке завтра плюс 15. Я уже приехал, друзья, показал пацанам, что у меня вот с этим крылом такая проблема. Он говорит, подъезжай, сейчас я, говорит, тебе с внутренней стороны пластика, говорит, приклею какую-нибудь, какую-то термо, какая-то обработка, какая-то что-то. Я даже первый раз слышу и не знаю, сейчас он мне сделает. Пацаны, что, свои? Сделает и будет четко. Вообще. А я уже газ купил, думаю, о, сейчас газом это и буду делать. Не, пацаны, сейчас мне это приклеят. Сделаю. Потом рассчитаемся пивом. Вот с этой стороны. Вот она. Он говорит, я тебе, говорит, приклею ее. Пацаны тут специалисты насчет этого. А я-то не в курсе. А здесь, говорит, ты зачем? Говорит, с внутренней стороны сделал. Говорит, надо было. Ой, с наружной стороны надо было с внутренней делать. Я говорю, да чего это так сойдет? Говорю, его снимать, говорю, проблема. Говорю. На. Ну да, что-то я тупанул. Надо было с внутренней стороны делать. Ладно, газели так сойдет. Так сойдет. Ну, говорит, нормально, 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 нормально. Ну все, приклеил меня. Братуха мне тут приклеил. Все, она уже дальше не пойдет. С той стороны он мне приклеил. И все. А здесь я потом, ну, косметику буду делать. Время будет. Вот, зашпаклюю, тут покрашу. Тут то же самое сделаю. С этой стороны я тоже хочу шпаклянуть и покрасить, и все. А я еще газ купил, думаю, газ. Ладно, он пригодится. Что, всегда пригодится. Газ. Шилдики мне дал. Тойотовские. Говорит, сюда, говорит, их воткнешь, будет зашибись. Я говорю, ну да. Потом только колесо, когда менять, придется их отрывать. Ладно, пригодятся. Пригодятся? Пригодятся. Ничего, лишние не будут. Вот такие вот, друзья, сегодня покатушки были. Все дела сделали, все сделали. Все нормально. Голуби прилетели, кушать хотят. Я тоже еще не ел, время уже. Сколько время-то уже? Время 16:08. 8 минут 5. Ладно, надо пойти помыть руки. Скушать пирожок. Опа! Все, и отдыхать.